Дали мне чуть не купюру. Видите, пожалуйста, вам ее номер нужен назвать? Вам не нужен номер? Возьмите вот эти деньги, пожалуйста, мне еще на купюру верните. Да, это она. Сдачу заберите. У вас документов нет никаких, да, на это дело? Вы знаете, что это не напало? Знаю, но жить там должен. Я понял. Значит, смотрите, я знаю, что будет происходить дальше. Дальше у вас изымут вашу продукцию, не обязательно эту бутылку, то, что, в принципе, вы при семье имеете тоже. И будет уничтожено. Отправлено, скажем так, на МДКЦ сначала на экспертизу, а потом уничтожено. Сейчас будет вызов наряд милиции, после чего приедет следственно-оперативная группа и составит непосредственно на вас протокол. Я вас ознакомил. Сейчас я вызываю. Скажите, а давно торгуете вообще? Нет. Только сегодня? Недавно. Как, активно покупают? Ну, люди много пьют, покупают активно. А в магазине нормально пьют? Не, я ж не знаю, я у вас не знаю. Адрес, да, вызовем. Что в магазине, простите? Водку пьют нормально или не знаю? Я не знаю, как в магазине пьют. Я вам могу лишь сказать, что на данный момент здесь я не имею... Чуть позже, не сейчас. Ну сколько? Час, два, три? Ну, наверное, где-то час и можно прийти будет. Сейчас заберут все и больше не надо ничего. Где-то час. Хорошая водка? А? Хорошая водка. Самое вкусное? Да. А что, мне снимаете? Никто не ищет. Ну, да, я снимаю. Спрашиваю только, пишу, водка хорошая. Я не пробовал. Ну не фигневая, нормально. А ты попробуй. Я что, должен рекламу давать или что? Ну что, если хорошая, что это реклама? 4 года здесь беру. Ага, знаете, хорошая? Да, живой, здоровый. Тогда говорить хорошая, да. Мне отца сегодня надо. Хоть копейку, потом, пожалуйста, не выкладывайте. Да пусть, может... Рекламу сделают. А, кстати, мужик молодец, сейчас сказал, что вот такое, что, реклама. Предоставьте разрешение. Подождите, вы торгуете в общественном месте, а у вас разрешение. Какое вы хотите разрешение? На торговлю? Которое снимает меня. Покажите тоже. Кого вас снимает? Ну вот, а мне и надо. Во-первых, ведут видеосъемку. А мне и надо покупать. Снимайте видеосъемку, это разрешение. Я это все понимаю. Но вас никто не снимает. Ну что, зачем? Мальбо опять снимает. Будьте добры, пройдемте со мной для составления ординала. Ваш свой? Собираем, ничего не оставляем. Идем сюда. На экспертизу.